рассматривалось обращение по вечному огню, и было принято решение. Рассматривался ход конкурса «Северное соцветие», и отметили, что получается все, конкурс стартовал, очень много участников, и заявлений с каждым днем поступает все больше и больше, и мы приняли решение вообще до самого окончания конкурса заявки можно принимать, потому что если человек начал выращивать какую-то клумбу, какой-то балкон оформлять, то он уже это делает, и мы просто примем заявки, отфотографируем и подведем итоги. Наиболее важным вопросом был вопрос создания общественных советов по территориальному признаку в городе Магадане. Был предложен на заседании общественной палаты проект положения об общественном совете. Даже вот в ходе беглого такого рассмотрения было внесено очень много предложений, замечаний. И приняли решение, что вообще надо вынести на всеобщее обсуждение, чем он будет больше доступен гражданам, тем потом нам будет и проще собирать и создавать сами эти советы.